Сотрудничество в банковском секторе накануне обсудили президент Беларуси Александр Лукашенко и председатель правления Сбербанка Герман Греф. В центре внимания ряд новых проектов, в том числе по созданию цифровой экосистемы и предоставлению новых сервисов и услуг клиентам. Сбербанк занимает первое место среди финансовых учреждений Центральной и Восточной Европы по версии рейтинга топ-1000 банков мира. В Беларуси работает его дочерняя структура БПС Сбербанк. Доля российской компании в активах банковской системы превышает 12%. На БПС Сбербанк приходится каждый пятый кредит, выданный юрлицам Беларуси. В Скиделе начато строительство нового белорусско-индийского фармпредприятия. Здесь будут производить лекарства для лечения ВИЧ, рака и туберкулеза. Всего порядка 50 наименований. Цена будет ниже европейских аналогов. Проект инвестировано порядка 3 миллионов долларов. А всего в Беларуси будут открыты 3 фармакологических завода с индийским капиталом. Строительство – яркий пример внедрения практики долгосрочных инвестдоговоров. Это должно сделать белорусский рынок более привлекательным для зарубежных инвесторов. В ближайшее время будет подготовлен проект указа о долгосрочных инвестиционных договорах. Большой театр приглашает белорусов и гостей нашей страны на бал по случаю Старого Нового года. Элегантные дамы и кавалеры закружатся ночью в полонезе, вальсе и мазурке. Готовились к балу гости с ноября. Для дебютантов подготовлена упрощенная танцевальная партия. На протяжении всего торжества развлекать гостей будут тематические салоны – литературные, астрологические, художественные и не только.